гонку на время, друзья. 6 километров, 5 контрольных точек. И мы входим в десятку лучших гонщиков. Скоро в Нью-Йорк. И реально уже прокатимся без соперников по красивому пейзажу на Порше. Крутые тачки у копов, это что-то интересное и новенькое. Ну, прокатимся, посмотрим. Что за копы у нас? Подсрали, конечно. Развернул как их. 6 секунд, и мы успели. Какие же узкие дороги-то. Какая-то маленькая, ты их на нем уже? Какие-то маневры. Ребята, зачем это нужно вам? Вот туда, хороший дрифт получился. И мы успеваем довольно быстро. 10 секунд, 9 даже успели. Внимание, там же впереди копы. Ребята, походу, будут выпускать еще шипы. Как полицейский патруль. Это реально было бы прикольно. Но их подсрали тебе. Это не помеха, потому что мы реально очень быстро все успеваем. Уже случайно другая точка. Осталось 2 точки у нас. И осталось 2 километра. Так, будет резкий поворот направо, вижу. Ух ты, жесть. Я тут замучу. У него нет права, я займусь. Осталось последний контрольная точка, друзья, 1,5 километра. Ух, какой поворот резкий. Да, так точно. 3,6 секунд. Еще навстречу. Остался ровно километр. Так, можно даже дрифтануть попробовать. Дрифт, в принципе, неплохо получилось. 600 метров. Ребятам реально мешается. 300 метров осталось. И мы, в принципе, успеваем. Десятка крутых гонщиков, друзья. И мы продолжаем наши гонки. Один соперник Эдди Кук. И будем как раз его брать. Пейзаж у нас как-то маленько изменился. Деревья у нас изменились, и мы спускаемся, походу, с горы уже. Ближе к Нью-Йорку. А вот тебя, как ты получил с дрифта. Всего 4 километра. Против одного соперника. Тут будет резкий поворот. Сейчас мы его сделаем. Вот так под сральником. Хо-хо. И его просто сделали с дрифтом. Осталось ровно 4 километра. И мы уже лидируем. Так, давай к ворот дрифт маленько. Ух ты, жесть. Красиво как. Какие близкие повороты, смотрю на карте. Реально спускаемся к Нью-Йорку. И десятый крутых гонщиков будет. Больше радиус берем. Осталось 2 километра, и мы лидируем очень уверенно. Практически на 2 секунды. Еще будет резкий поворот. Осталось 1,5 километра. Трасса довольно интересно. И остался ровно километр. Практически на секунду лидера. 80 метров и уже финиш, друзья. И уже реально спустились с гор.
500 метров и финиш. 200 метров.